Мы провели анализ рынка и убедились, что крайне не хватает нам предприятий, которые занимаются промышленной сферой. Начинающие предприниматели открывают, как правило, свой бизнес в сфере торговли и услуг. А нам нужны промышленные предприятия. Это поможет существенно поднять экономический потенциал Тюменской области, тем более, что у нас есть. У нас очень много разработок со стороны студентов и ученых, которые не получают своего коммерческого продолжения. Потому что большинство из них кажется, что открыть предприятие в производственной сфере – это очень сложно, даже невозможно и так далее. На самом деле, самым сложным является бизнес в сфере услуг, чуть менее сложнее торговля и намного проще открывать бизнес в производственной сфере. Кроме того, для тех, кто хочет заниматься производственной сферой, у нас существует, только в цифры вдумайтесь, более 500 мер государственной поддержки. Подавляющее большинство предпринимателей и 5 даже не могут назвать. Задача форума – найти точки промышленного потенциала и роста Тюменской области, прямо конкретное направление. Для этого мы на форуме запускаем стратсессию, в котором будут участвовать более 200 предпринимателей и сотрудников правительства Тюменской области.